Чебоксарах в садоводческом товариществе произошел пожар. После тушения огня на месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, это были хозяева дачного дома. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате короткого замыкания электропроводки. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские. Проводятся иные проверочные мероприятия. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники Следственного комитета просят жителей Чувашии быть осторожными и бдительными, особенно в период длинных выходных, и не оставлять детей без присмотра.